И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем на зачистку каких-нибудь мобов в вулканическом биоме. На зачистку каких? Ну там либо Тирекса можно сходить. Ну чё ты, ну нажимайся. О боже мой. Прикинь. Чё-то у меня... Такое ощущение, что Арк не хочет вообще нормально работать. Ой, это не здесь. К примеру, можно вот сюда. Почему бы и нет? А вы следите грозного тираннозавра в вулканической пустыне. И победите. Короля. Тирана. Как вариант, слушайте, как вариант. А, также здесь посмотрел, здесь есть... Такая же миссия, как и в болотном. Дебильная. Как и в снежном. Дебильная. То есть ты без оружия. А что тебе дали, тем и сражайся. Я не знаю, как их пройти. Вот. Я знаю, как их пройти на локалке. Скажем так. Я просто увеличу у себя урон, как бы, и все. Но, бляха-муха. То есть сброс статов мне не помогал в этом биоме. Слушай, ну в ледяном, возможно, в снежном мне это поможет, сброс статов. Потому что в снежном там пушки прям по бащаве. Это не то, что в болотном там тупо огнемет, короче, еще до него дожить надо. В снежном там такие хорошие пушки, но в болотном и арена побольше, там полегче. Ладно, с это потом как-нибудь в этом разберемся. Ну а сейчас давай, наверное, убийцы короля. Пойдем на убийцу короля. Пойдем. Так. Собрался такой телепортироваться один, ага. Кстати, да, у меня тут еще пару яичек я забабахал. То есть это уже вот те же самые. А это также с первого поколения. То есть это брат, сестра вот этого, короче. Но по характеристикам они плюс-минус то же самое. Так что огонь. Так что нормально, короче. Пойдет. Погнали в вулканический биом. А, у меня же прогружаться сейчас будет. Вспомнил, что через такой телепорт быстрее прогружается. Я не знаю, с чем это связано, но это реально быстрее прогружается. Карта. И прикинь, там, где я поставил телепорт, вход в пещеру. Здесь же и это вся фигня. То есть прям очень-очень крайне неожиданно оказалось, но это, черт побери, факт. И, кстати, бежать, надеюсь, недалеко, ну да, уже вот 200 метров. Прям очень сильно удивился, что опять телепорт поставил в нужном месте. Да что ж такое? Называется, обойди еще потом вулкан вокруг. А-а-а! Что-то... Обошел стороной вокруг, короче, нифига. Бляха-муха, внутри, по ходу дела. Надо обратно туда заходить. Ну а кто знал, что там внутри, по ходу дела, это стоит? А, тупость-то какая. То есть, она где-то, короче, внутри пещеры. Ну, супер, короче. Ну, зато вы знаете, что как вариант внутри пещеры это надо искать. Ладно, погнали в пещеру, чё. Да уж, короче, это вообще прям наверху вулкана. А, правда. Наверху вулкана я сразу же взял рексов, чтобы здесь потусить. Вот. Немножечко подкачаться, скажем так, заодно. Вот. Это наверху вулкана, и это... Черт побери. Ну, да, кстати, я прошел через ту пещеру, около которой я тпхался, то есть я там просто по ней круголяшкой прошелся, то есть, ну, как бы поднялся по ней наверх. Но это, черт побери, ты дебил, хорош бегать, да, он тупой, блин, ты сейчас просто нырнешь вниз, тупица. Вот, немножечко их подкачал-прокачал, что уже прям хорошо. И, соответственно, они сейчас, ну, немножечко помощнее стали. Это хорошо. Ну что, погнали. Да, о, у меня есть убийца короля и горный элементаль. Короче, я сейчас тоже здесь горного элементаля кое-как убил. Там он по мне ничего не наносит, и я по нему ничего не наношу. Да уж, в общем, такая себе идиллия была.
Так, вот как я думаю лучше пройтись? Давай-ка я лучше вот тебя. Не, лучше тебя оставлю. Одного, короче, оставлю здесь. Так, делаем так, делаем так. И делаем пассивку, лучше даже поставить вам. Вот, и на одном чисто сгорцую, короче, одну миссию, на другом другую миссию. Лучше сделаем так, чтобы они не занырнули куда-нибудь в лаву, чтобы мне не мучиться с ними и так далее. Что я там взял? О, хоть гамму взял на том, хорошо. О, привет. А ты? Пока. Да, ничего не подорожит, так как охота. Дай-ка я быстро это просканирую. Так. Ты у меня более дрычевее. Так, и давай сразу же поставим телепорташечку здесь, чтобы я потом... чтобы я потом мог сюда вернуться, это... Экс, давай вот так вот поставим. Потому что здесь у меня будет еще не одна миссия. У меня здесь еще одна миссия. Вон там одна миссия. Может даже две. Ну, в общем, короче, сюда телепорташечка очень нужная штучка будет. Так, ну что, погнали. Так, отойди, не мешайся. Да ты серьезно? Она в ту сторону пошли, следы. Следы в ту сторону пошли. Всякая шелупонь, типа скорпионов и так далее, на Рекса атаковать не будут. А значит, все будет хорошо. А крупники там не должны спавниться, по идее. Да побежали! Надеюсь, ты там лапками своими наступаешь, куда нужно. Очень удобно, вот в том плане, что здесь ты бежишь по это... О, здорово! Бежишь по полосе. Так. Надо по пути всякую шелупонь убивать, чтобы мне все-таки экспа качалась и урон прокачивался тоже как бы. Так. Ага. Вот они, следики пошли. Пока что это самая кайфовая миссия по выслеживанию. Ты просто бежишь по дорожке, которая нарисована разрабами. То есть не следы, а тупо дорожка. То есть ты даже если промахнешься, ты это... Ну, самое главное, сильно не торопиться. Вот как сейчас. Потому что можно просто следы пропустить. Здорово! Следы пошли не в ту сторону. Так, подожди. Следы пошли в эту сторону. А, все, просто я их это... Слишком поторопился со следами, короче. Они новые не просканировали, а я, короче, уже поскакал. Вот, собственно, это вот такой минус. Пожалуй, единственное, что она должна сканировать. То есть сильно на беге тоже не пробежишь. Серьезно? Слышь, ублюдок. Ёп твою ж, ты сейчас серьезно? Спрыгни, пожалуйста, вниз. Ну понятно, почему следы пропустил. Так, 316. Ну окей. Ну допустим. Ёпт. Так, 316. Да я чё, дурак что ли? У меня просто половина хп у Рекса сразу же, ну нафиг. Так, уйди нафиг отсюда. Не беси меня. Итак, миссия дебилёхонькая. Так, подожди, в смысле? А, отлично. Он просто здесь топтался, типа. И просто на мне заспавнился. Ну, кайфовая миссия. Ох, какая миссия это кайфовая, господи. Твою мать, а. Ладно. Ну, все равно эта миссия в плане поиска следов здесь не такая уж замороченная. То есть здесь половина пути просто бежишь по дорожке. Единственное, что? Куда? Туда. Ну, отлично. Качаемся. Пиу, пиу, пиу.
То есть, ну вот, как бы, и ты вот бежишь по дорожечке. Главное, чтобы она успевала их сканировать. И уже прискакал. А, нет, это простые рексы. О, ну добрый вечер. Ну все равно, экспа, экспа, все дела. Эх, клёво. Ух ты, нифига себе, сколько экспы. Ну, реально же клёво. Ой, здорово. А кто там у тебя? Рапторы с тобой. Прикольно. Иди сюда, ёпт, вы же за ногу бегаешь кругалями. Собака. Ты бы ебать. Еее. Охотник один, жертва ноль. Нет. Ой, 20. Классно. Классно, 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 классно. Так, ну здоровочка качать не буду. Здоровочка 79 тысяч вполне достаточно будет. А вот урона я вкачаю. Так, выкидываем всякий халам сразу же. Оставляем мискачушка. Так, что мы получили здесь по говну? Какие-то шмотки. Ну тут прям конкретный сыр-бор я получаю, да? Прям конкретный сыр-бор. А что мне с этим еще делать? Только жрать. Только жрать и ничего более. Так, убийца короля. Отлично. Погнали обратно. Где там у меня? Рекс. Отходим назад. Так, 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 так. Здесь все нормес. Даже хавку тебе оставим. Отлично. И погнали на другом Рексе, чтобы ее прокачать. Или его. Ее. Так, теперь Бетка. Так, где же следики будут? Вот здесь какой-то следик, да, вроде бы будет. Ну давай, стартуй же. Уху! Уху, говорю. Уху, отлично. Сканер включен. Так, вот они, следики. Смотришь на это? Отлично. Я помню, что я телепорт поставил прямо на следик. Да ёб твою за ногу. Спасибо. Все. Погнали. Ешкин кот. Вот с Рексом единственное, что плохо, он поворачивается очень плохо. То есть вот в таких узких проходах им повернуться прям крайне тяжело. Мочим всех, качаемся, все дела, все как обычно. Потом на других миссиях пойду уже на других Рексах, чтобы их подкачать. У меня план капкан. О, здорово! А чё ты там заспавнился? Здорово, здорово, здорово! А чё ты туда что ли пойдешь сейчас? Отлично. Так. Нужно больше урона. Ну давай, давай уже, поворачивайся. Ну чё, заметался-то, заметался. Ты реально в другое место что ли куда-то пойдешь? Не туда? Не, ну хорошо, если в не туда, потому что это... Я прыгать-то не хочу. Погнали. Ну, это что-то новое. Прикольно, прикольно. Я вам покажу, значит, два пути, как минимум. Здорово, я знаю, что вы агритесь на Рексов. Вы такие все себя бессмертными считаете. Так, следики, 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 следики. Вот, спасибо, дерево. Вот, спасибо, дерево сейчас прям в тему стояло. Я просто в него уперся и на месте, получается, развернулся. Братан, ты не страус. Просто голова такая.
голову в пепел. Вот оно выражение. Голова в пепле. И что-то типа того, там, что-то голова с пеплом, короче. Или голова пеплом посыпанной, короче. Что-то типа того. Я теперь понял, как это выглядит. Это вот так выглядит. Там здесь вулканическим пеплом. Ладно. Блин, новые у меня шутки, что поделаешь. Еее, качаемся! Качаемся! Я не знаю. Нет. Ты пизмом страдаю. Ну давай! Ты вроде жопа жирная, но обе эти не зацепил. А! Очень в этом плане, я говорю, неудобно, но! Удобнее, чем Рекс, никого нету здесь. Для вулканического биома. Реально удобнее, чем Рекс. Никого не. О, здорово. О, да все что ли? Мышли! Там даже в прошлый раз было как-то это. Не сработал неплохой трофей! Че я заработал там? Вот это, слушай, прикольное седло, на 317 брони-то. О, Буревич. Надо Бур, кстати, с собой потаскать. О, хорошее. Блин, жаль, тебя нельзя раздербанить. Это там бы 1010 бы слиточков металла точно получил. Не знаю, давай хавать. Давай хавать все! Все хавать, давай! Ты вот это тоже давай хавать. Пригодится? Не, больше вода пригодилась бы. Ну, короче, что могу сказать? Могу сказать, что... Чё-то как говнецо! Ну, седло гача... Не, ну, кстати, нормально. Да, нормально. Здорово. Ага, это я сейчас, короче, здесь по кругалю выйду и выйду туда... Я когда кругаля давал, я не нашел подъем наверх, по ходу дела. Я пошел прямо, а не пошел налево. Я просто обкруглил вот это вот место, потому что я здесь проходил, точно знаю, я здесь пробегал. И я куда-то пошел в другое место, вместо того, чтобы забраться на нужное. В общем, откуда я сейчас спустился. Ну, понятно. В общем, короче, да, все равно через пещеру было пройти быстрее и легче. Так. Не то. Да, вот это. Ну, а теперь пойду на Альфа. Только без Рексов. Денег не хочу терять. Они такие миленькие, они такие хорошенькие, я так не хочу терять их. Жесткий прям. Прям вообще был. Так. Скидываем всякие хлопладеры. Я составлю так, чтобы... Да. Жаба душит. Самое, что обидное, ты, короче, под конец карты выкидываешь все ресурсы. Со словами, ой, да нафиг они мне нужны. Потом меняешь, короче, карту, такой, ё-моё, мне бы 10 хитина добыть. Ой, самое тупое, короче. О, это классика. Такс, и что? Убийца короля Альфа. Пешком пойду. Без Рексов, чтобы их не терять. Хотя можно на Рексе попробовать. На Рексике! На Рексике пойдем на Рексике! Пойдем на Рексике! На Рексике пойдем! Хочу попробовать на Рексике, хотя бы вот чисто вот. Ты че дурная? Я что мог в лаву упасть? Да, здесь лава, конечно, не такая жесткая, как на всех остальных картах, но все равно. Погнали на Рексике, потому что я хочу попробовать все-таки, вот как оно будет с таким седлом на Рексе против миссии. Тем более, сейчас он здесь рядом будет. Иди отсюда! Эй, говнюк, выходи, биться будем. Здорово, жирный. Как поезд пассажирный, жирный, как поезд пассажирный. Ах ты ж, ублюдок, по 1000 бьет, ах ты мать твою. А, вот, по 300, по 300 это нормально. У меня есть для тебя заготовленная шутка.
Ну слушай! Ну слушай! Как-то... Как-то изи. Как-то изи. То есть даже можно не юзать вот это вот... А, да ладно, а здесь спрыгивать придется вниз, да? Ну ладно, чё, погнали. Ей! Бежим! Бежим, бежим, бежим! Бежим, бежим, бежим! Так, где спрыгивать? Не здесь спрыгивать. Не здесь, не здесь, не здесь. О, да ладно, не спрыгивать? О, ой, спасибо. Это третий путь! Третий путь, прикинь! Я вам показал три пути! Я три пути показал вам! Прикинь! Я клёвый. Я думал, у них всего два разных пути, а здесь три разных пути на Рексе. Офигеть! Офигеть! Это, кстати, тот путь, по которому я хотел первый раз пойти. Слышь, ты чё это по тысяче стал бить? Ты порзел! Я все твои внутренности вижу, ты пустой внутри! Уйди! Я его задизморалил, короче. Я крутой! Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее топай! Ну, это вообще прям неплохо, неплохо. То есть, получается, у меня что, я даже 12 тысяч потратил, да, 12 тысяч хп потратил. Нормас, 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 мне прям нравится. Мне нравится на Рекс проходить миссии с хорошим ядреным седлом. Кстати, здесь... Да, нет, там 221 тысяча, если не ошибаюсь, была. А здесь 220 тысяч брони. О, тысячи, господи, нифига себе, вот это я загнул. 220 брони. А здесь, а на том Рексе 221. Нормас, 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 нормас. Ох, подходи по одному, буду мочить вас всех. Оп. Одному, ублюдки, мать вашу! Не-не-не-не-не-не-не, вы чё, дурные, что ли? Я сейчас упаду же, твари! Беги, Рекс, беги! Минус один. Давай, минус два. Эп. Так, еще один минус. Опача, опа. И кто теперь на горе? Ай, опять не я. Ах ты ж пошел в шопу, ублюдок. Ах ты маленький гнида. Со скалы хотели скинуть. Я вам не как в 300 спартанцев. Я выживу. Ублюдки, мать вашу! А чё, сука? Я тебе сейчас жирный покажу. Ох, ох, сейчас заберусь. Ох, сейчас заберусь, я тебе устрою. Иди сюда, я тебе сейчас так лапу откушу. Кусь запалится, отлично. На мелкий козел, иди сюда, тут. Так, это там мелкий, да, остался? Полудохло остался, значит, там, да? Иди сюда! Ох. Нифига себе, козлы, чуть со скалы меня не сбросили. Вот уроды! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не дергайся, не дергайся, не дергайся! Может быть, жертвы? Да пойди, пошел ты! Вот что я называю удачной охотой. Yeah. Удачная охота. И что мы тут получили? Не, ну конечно, каменная кирка с таким, такой мощностью, это, конечно, просто огонь. О, ботинки металлические. Огонь. Та же самая броня, ну почти та же самая броня. Еп, еп. Зато все металл будет, без хитина. Мне башка хитин. Мне башка тоже металл, огонь. Что еще мы получили из хорошего? Ром, ну что-то нифига. Слушай, ну реально, нифига. Прям вообще нифига. Вот это что ли хорошее? Ну это ж не хорошее. Че, вулкан что ли извержение? Ну, да пофигу вообще как-то. Ну что я могу сказать? Ну, реально извержение вулкана. Ты понял? А ты это камешками можешь бабахнуть сюда?
Если да, то плохо. Вот как-то так. Вот как-то так вот и живем. Погнали к Рексу. А то я беспокоюсь за него. Что тут у нас, кстати, по XP? О! Половина хп. Половина хп, то есть, ну, 30-ку хп мы потратили. Да, ты смотри, как там пламя такое. Ого-го. Оно типа... Не сюда? Не сюда? Не сюда? Не сюда? Почти сюда! Ты чё, оборзел, что ли? То есть, как бы... Блин, да. Знал бы раньше, что нужно так, я бы качал бы Рексов, честно. Я бы Рексов бы качал, томил бы сразу же. Блин, на ком я только не проходил миссии, да. Но Рекс, Рекс это классика. Рекс это, как всегда, самый жесткий и так далее. Вот. Оп, и все, отхилимся. Да уж. Урон. Естественно, урон. Вот такие вот дела. Ну да, вот если так посмотреть, у меня одни седлогачи в основном я и получил. Нафиг не нужно, если честно. Прям нафиг. И, кстати, да, у меня сейф со всяким говном заполнился. На 600 слотов заполнился. Ладно, сейчас что-нибудь выкинем. Вот такая вот миссия получилась. Кстати, очень легкая. Очень легкая, несмотря на то, что Рекс все дела, это очень легкая миссия получилась. Прям мне очень сильно понравилось. Особенно сам факт того, что получилось пройти Альфу. Альфу. Не, как-то читерно и так далее. Ну, это Рекс. Рекс, он классический. И Рекса пройти на Рексе с хорошей броней. Плюс выведенный, усиленный. Усиленный это узами. То есть это 30 урона, 30 брони. Процентов. Это понятное дело. В этом плане получилось все прям... Идеально. Прям. Идеально. Мне прям нравится. Вот. Что будет в следующей серии? Я не знаю. Возможно, пойдем в какую-нибудь другую миссию. Возможно, также вулканический биом. Пока что не решил. Потому что мне сейчас, по идее, надо еще за кадром посидеть. 4 Рекса повыводить. 4. А это даже с моим ускорением, это как бы их там... Что-то около получаса займет. Ладно, найдем как-нибудь на все время. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.